Здравствуйте, дорогие друзья и наши гости! Вы на канале Эллам Ландон и с вами Лидия. Если вам интересна жизнь в Великобритании, подписывайтесь на наш канал. В Лондоне недавно появилась новая достопримечательность. В центре Лондона установили временную смотровую площадку – искусственный холм Marble Arch Mount – насыпь у мраморной арки. Новая достопримечательность Лондона была спроектирована нидерландским архитектурным агентством MVRDV. Власти лондонского района Вестминстер потратили на него 2 миллиона фунтов, около 200 миллионов рублей или 2,7 миллиона долларов. По задумке создателей искусственного холма Marble Arch Mount, должна снова привлечь людей в торговый район Оксфорд-стрит после локдауна. Клэр Рэйчел Роботан, руководитель городского совета Вестминстер, сказала: «Надеемся, что эта схема послужит двум целям. Во-первых, привлечь и воодушевить людей вернуться в центр и Вестминстер. Мы знаем, что посещаемость все еще снижается примерно до 50%, поэтому нам действительно нужно показать, что он открыт для бизнеса. Во-вторых, я надеюсь, что когда люди заберутся сюда и увидят эти сказочные виды, они смогут увидеть Оксфорд-стрит свежим взглядом». Ну что ж, давайте мы поднимемся наверх и полюбуемся на Лондон с вершины холма Marble Arch Mount. Холм высотой 25 метров сделан из металлических конструкций, которые покрыты газоном с небольшими растениями. Так что, по плану создателей, когда трава и деревья полностью переживутся, холм будет выглядеть как настоящий. Используя в своей работе живые растения, создатели хотели напомнить об истории района и о том, насколько важно дополнять городскую инфраструктуру зелеными зонами. По проекту холм Marble Arch Mount смогут посещать до 1000 человек в день. Наверх нужно забираться по лестнице, идущей по склону, а путь обратно проходит через внутренности искусственного холма с кафе и сувенирным магазином. Давайте посмотрим, какой потрясающий вид открывается с искусственного холма Marble Arch Mount. Это потрясающий вид на Хайд-парк. Thank you.
Edgware Road. Это Oxford Street. Как вы уже знаете, она украшена Christmas. Park Lane. А вот появилось колесо обозрения в устанавливаемом парке развлечений Winter Wonderland. Ура! После двухлетнего перерыва можно будет съесть традиционную немецкую сосисочку и выпить Malt-Wine. Вау! Напоследок, по традиции, анекдот. Инструктор гора говорит туристам: это очень опасный склон, но если вы все-таки сорветесь, то не забудьте посмотреть направо. Редкой красоты вид открывается. Всем хорошего настроения, здоровья и всего доброго. Увидимся в следующем видео. Бай!